такие пироги. Опа. Палку переступаем и пытаемся. Такая движуха. Ох, блин, уже поглубже. Хоп. О, ямка. Опа. Есть. Кидаем тут кроссовки. Добрый день, друзья. В кадре Юрий. Сегодня снова будет рыбалочка. Все так же ультралайт, все так же силикон и колебалочки. Вы видели только что, в каких я дебрях проходил. Приехал на одну из своих очень-очень старых школьных локаций. Хочу тут проверить и поеду в другие интересные места, если до них доеду, поскольку я сегодня на велосипеде. Поэтому цель одна. Просто что-то найти и вам показать. По ходу дела будет видно. Сейчас приступаю и посмотрим, что будет. Погнали. Вот, как вы со мной видите, водоем, если вам видно, весь в траве по бокам. Центр пустой. Пробовал я уже пару раз жигануть. Ветер, неудобно. И травы много. Поэтому вот ставлю свою микроколебалочку 4-граммовую. И посмотрим, что я могу здесь вообще попробовать поймать. Против ветра она летит классно. Надеюсь, щука мне ее не откусит, поскольку флюр я вообще поставил 0,2. Контакта не было, поэтому выдвигаюсь дальше. Так, ребята, я на месте. Будем пробовать. Поправим силикон. Переехал на другую сторону, чтобы бросать конкретно за ветром. Надеюсь, будет максимально комфортно. Первый заброс. Стою в воде, вода освежает. Сейчас надо только очки одеть. Будет немного удобнее. Вот, смотрите, на первом забросе есть рыбка. Вот окушочек. Вот такой вот матросик. Видели? Все четко. Первый заброс работает. Сейчас фоточку сделаю и достану очки. Рыбку выпущу. Да.
Так, все, одел очки. Посмотрим, что нам покажет второй забросик. Сейчас жара, как вы видите. Мужики что-то ловят. Вот второй заброс. Пусто. А не, вот поклевочка была. Поклевочка была под самым. Смотрите на камеру. Это хороший. Хорошенький кабанчик. Вот, смотрите, друзья. Вот вам, сейчас покажу. Вот этот красавчик. Сейчас мы сфотографируем и его отпустим. Все есть. Давай, друг, подрастай. Вот так, давай. Приятно, конечно, ловить с такой ямы за ветром. Было касание. Я не захотел. Видите на камеру, еще под берегом хороший. Завел в лопухи. Сейчас выйдет. О, хороший кабан. Ох, ушел. Блин, третий заброс. Третья рыба. Это же вообще что-то. Что-то с чем-то. О, трофей. Ух. Давай, 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 давай. Есть. Кабан какой-то просто или щука. Ух. Ох. А, все, щука, срез. Все, срез. Блин. Супер, супер, супер. Ох, снова, блин. Вообще у тебя, сука. Давай, давай. Ах, ты ж, сука. Давай, давай. Сука. Да, это ультралайт, поэтому вряд ли, наверное.
Ну что-то очень крупное. Ну, если не срежет, то я вытащу, если получится заморить. Только что был срез крупной щуки, но это не знаю даже что. Я только на силикон ловлю. Ну да, я же говорю, что ультралайт, поэтому вы понимаете, что это такое. Ну да. Ну надо подождать. Тащит еще. Мне она не надо, это чисто для фотографии, но все равно интересно. Тут просто, если взять за шнур, то будет сразу обрыв. Тут надо как-то, наверное, с той стороны заплывать. Вот это труба. Ух ты, бля. О. Так, 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 так. Ага. Мы вчера с той стороны стояли, то был один окунь. Ну, довольно-таки крупный, на силикон. А это, думаю, ветер, перееду на эту сторону. Только стал, сразу окунь клюет, то есть классика. Там на косе, на ратлине, там окунь хороший. Да, ну я в курсе, но я такими снастями не ловлю. Я знаю, что они классно ловят. Это даже на джерк окунь. И на 130-й воблер окунь попадает. Смотрите, у меня спиннинг здесь, а она вот где-то вот там. Но за шнур брать точно, ну, не вариант. Это 100% и не удержим, потому что что-то дебелое там. Она же спасать анима. Ну да, у нас только это. Она вскочила, но шнур вон она вскочила где-то в это. Ну не, она вот там вот. Шнур. Ну давай трошки попробуем. Хоть глянуть, куда шнур идет. Да, потому что ее, ну, реально она где-то. Потому что в лодку точно не, а на берег выкатить было бы проще. Вы немного туда, если получится. Потому что и флюр 0,2, и шнур 0,3. Все так относительно. Не-не, туда лучше отплыть. Туда-туда. А я подойду. Если можно, то просто рваните этот лопух, а я попробую его в ее. О. О. Да, стоит. Стоит? Да. Давай еще туда. Она стоит вот тут вот внизу. Вот он, весло, вот он, вот эти мешки. А теперь прям. А, вот она где. Ага, сейчас, нет, тогда не, нет. Тогда... Не-не-не, сейчас, не, вы не подъезжайте, это точно уже. Да-да-да, все-все. Да-да, вот, я ее держу вот здесь. И фрикцион так. Адекватно. Вы сможете, я надеру... А, вот она, посмотрите, бля. Вижу, стоит. Сука, торп... Ну, это... Я не знаю, как взять, я рукой даже и не обхвачу. Если... Бля. Вязался. Адреналина, конечно, куча. Недалеко забросил. Два таких, конечно, схода капитальных. Ну, на что я рассчитывал. Если это ультралайт 0,2 флюр.
неудивительно. Есть, друзья, рыбка. Хорош. Это хорошенький окунёк. О. Давай, давай. Снова, бля, трава. Оп. Вот он. Кабанилич. Так вот. Поп. Давай, друг. Блин, ёлки-палки. Так. Хороший кабан, конечно. Ты что тут? О, есть прям хороший. Оп. Оп. Давай, друг. Ох ты ж. Прям трофей. Дед. Оп. Такс. Так, от тебя сфотографируем. Оп. Так, давай, друг. Поправим силикон. Бывай, друг. Вот так вот. Так, вы видели, добрал маленький разбойник. Почти на каждом забросе поклевочки.
Вот пока тишина. Может, ближе к берегу. Не буду говорить, что мой силикон сверхрабочий. Проводка. Думаю, в данном случае была просто удача. С этими даже щуками. Если бы она не дала жару в кустах, то не оборвала бы мне мой флюр. Оборвала или обрезала, это уже неизвестно. Ну, пускай живет, дай бог, на большое потомство. А так бы кадр был бы, конечно, топчик. На ультралайт такую вытащить. Да, пуганула она тут все. О, о, на камеру. Есть. Ох. Давай, всплывай, друг. Хорошенький кабанчик. Фоточку. Все-таки размер действительно приятный. Так, есть. Давай, друг. Плыви. Сейчас посмотрим, все-таки проскакивает окуня. Щука не распугала всех. Хотя своими размерами, конечно, и человека испугать можно. Опа, на камеру прям есть, друзья. Хороший. Давай, друг, всплывай. А, это щука. Вот, щука. Что ж ты? Ух ты. Ты смотри. Щучка. Тихо-тихо, я сейчас тебя же выпущу, дай в кадр сделаю и выпущу. Вот. Давай. Ну, маму уже звать не надо, мне эти проблемы не нужны. Не скажу, что на выбросе клюет, не скажу, что есть рельеф или ракушка, но твердое дно однозначно. Я делаю и волочение, и один подрыв, два подрыва, три по-разному. В зависимости от того, что я ощущаю на дне. Оп. Ух. И есть. Вроде есть. Ну что-то тяну. А, да, вот. Вообще, малыш. Ты что, друг? Такой обстрел сделали. Давай.
Блин, ветер теперь боковой. Практически. Потерпел, конечно, спиннинг и катушка. Я. Есть. Есть такой шарик. Давай, друг. Снова в траву. А вот, да, с травой. Вот он и вылез. Вот так. Есть такой вот красавчик. Сейчас мы. Плыви, друг. Рыбка. Красивый. Сейчас, друг. Давай. Ну, вот он. Трофейный окунь. Вот. Хоп. Давай, друг. Хороший. Тихо, тихо, тихо. Да я сейчас тебя же выпущу, братан. Вот, блин, почти заглотнул. Сейчас, 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 друг. Тихо, тихо. Оп. И все. Сейчас мы фотку только сделаем. Я тебя отпущу. Все, давай плыви, подрастай. Думаю, это меня Нептун наградил трофейными рыбами, которых я не вытащил. За то, что я отпускаю рыбку. Или это я сам себе придумал. Друзья, ну такие поклевки именно валит, конечно, конкретно в руку, блин. Ну, на ультралайте это, конечно, очень ощущается. Вот, на камеру, блин. Снова щука. Ох, блин. Дай бог просто вытащить, блин. Снова, блин. Не могу ж... Ах ты что? Снова. Блин, все. Опять 25. Ну я же не щуку, блин, приехал ловить. Итак, коллеги, вы, конечно, все уже видели. И наверняка понимаете, что щуку я не ловлю. Но тот, кто за мной смотрит, видит мои видео, видит фотоотчеты в Инстаграме. Щуку целенаправленно я не ловлю. И, естественно, флюры такие, чтобы она не перекусывала, я тоже не ставлю. Просто ловлю окуня, а там уже как будет. Но в данном случае у меня стоит флюр 0,02, как и вчера. И вы видели,
что происходило. Три огромных. Ну, три среза. Вот только что одна была такая вменяемая, которую я мог потащить немного. Одну маленькую я поймал, и две сошло. Одна из них вообще просто трофейная. На видео это все увидите. Ну, насколько это было видно, мужики подплыли мне помочь. Но, увы, там такое стояло бревно, что только брать под сака и стоя по пояс в воде, а то и выше, почти по груди, было без шансов. Только нужно было иметь хорошую и крепкую снасть. Но пускай она плывет, дает много икры и живет дальше, чтобы тут еще были щучки. Я сейчас перевязался и продолжаю экспериментировать здесь, проходить дальше, щупать дно. Надеюсь, что что-то еще поймаю, вам обязательно покажу. Коллеги, как вы поняли, вот я снова перевязался. Блин, запарила эта щука, елки-палки. Не хочу просто ставить принципиально флюр, потому что ловлю окуня, кайфую от окуня. Не ловлю я амбалов, но что-то просто сегодня прям залетают. Три среза, хоть и не подряд, и вчера один. Четыре среза. Не люблю просто грубой снастью ловить. Рыбу ловлю не крупную, то мне в кайф. Такие вот окуня, 100 грамм, 200, 300, вообще отлично. До 100 грамм даже пойдет. А тут вот прям крокодилы такие сегодня. Тут, кстати, по-другому не назовешь, это крокодилы, да. Что тут даже, да не, ну без вариантов, все равно тут крупную рыбу из этих лопухов просто не вытащишь. Если был бы чистый берег, вообще отлично. Себе выкачиваешь, и вот бомба. Но итак, вы понимаете, что туда, куда я забрасываю, плюс-минус небольшой мелячок. И каким-то чудным образом там существует еще, вот на камеру, существует и щука, и окунь в одном месте. Вот четко поклевочка. Вот это я вот люблю. Хороший мерный окунь, который хоть не откусывает ничего. И подачу вот в руку до сих пор еще тяну. Вот. Красавчик. Вот, смотрите. Вот. Хороший, отличнейший размер. И вот побитый щукой. Вот так, давай, друг. Не беру его за рот, как многие делают. Мне все равно, кто как делает, но мне так не нравится. Что-то там есть магическое в этом месте. Ну, как вы понимаете, я круглый год ловлю почти одной приманкой. Меня это никак совершенно не смущает. У каждого свои приколы, своя техника, свой стиль. Если результат есть, то почему бы и нет? Вот, смотрите. Следующий заброс есть такой же размер. Вот отлично вообще. Вот это, когда так клюют, бомба. Но это чуть-чуть поменьше. Но все равно красавчик. Вот, смотрите. Вот под... Ох ты. О, так это не окунь, смотрите. Это ёрш. Вообще прикольно. Такого
можно на память сфотографировать. Что надо такое? Спасибо тебе, друг, за поклевку. Расти дальше. Ребята, увидел, что рыба сбросилась. Как раз успел закинуть маленький котел. Только я закинул, сразу на падении. Вот такой разбойник. Но это там был не только он, я уверен. Сейчас тут ради интереса, плыви, дорогой, ради интереса попробую туда снова попасть. Но этот раз я не докинул. Скинулась там, конечно, рыба покрупнее, но клюнул не тот, кого я ожидал, не такого размера. Я смещаюсь потихоньку и понимаю, что поклевок здесь нет. Поэтому иду к велику. То место я не буду уже тревожить. Вы на камеру уже все увидите на видео. Оп, смотрите. Вот вам добрал. Опа. Нормальный размер. Вот он. Такой. Разбойник. Спасибо тебе за поклевочку. Вот, друзья. Почти ладошка. Я разворачиваюсь. Чуть перешел по кустам. И иду дальше. Никто тут до меня вообще не ходил. Щука стояла в лопухах. Я люблю быть первопроходцем, да еще в таких чигирях. Вот я перебрался уже через бродок. Все хорошо. Буду двигать домой. Попробовал там еще на некоторых местах. Ничего не было. Какой итог хочу подвести. Естественно, щуку я не ловлю, конечно. Флюр у меня тонкий. Это 0,2 и 0,23,5. Ультралайтовая снасть, силикон. Ничего сверхъестественного. Поэтому то, что вы на видео уже увидели, то эта щука, это как бы идет как бонусом. Целенаправленно я ее не ловлю. Выхожу я только по окуню и просто найти рыбку. И посмотреть, и узнать для себя рельеф, отточить свои навыки берегового спиннинга. Сегодня я очень всем доволен. Много было окуня, была одна огромная щука. На видео, я думаю, ее не будет видно, но вблизи я ее видел, и ребята с лодки, которые хотели мне помочь, тоже видели. Получается, я ее уже, она окружила лопухи шнуром, стояла под очеретом, типа. Я ее видел, она стояла головой к берегу. Только я хотел рукой взять ее за жабры, потому что по-другому никак. Да и обхватить я тоже не мог. Только я руку выдвинул от тела, все,
она дала жару и то ли обрезала, то ли оборвала мой обычный маленький 0,2 флюр. По окуню все отлично. Было пару таких хороших трофеев, все остальные мерные окуни. Поэтому всем я доволен. Рыбалочка оказалась на удивление очень динамичная. Адреналина много. Поэтому буду дальше снимать подобные ролики. А там уже как повезет, как и сегодня было. Все довольно-таки непредсказуемо. Но зато очень адреналина затратно. Так что до новых встреч и ждите обязательно новых видосов. А я снова путь.